великолепное приключение в мир поездов, приключений и, в общем, масло масляное. Все поняли. Так, собственно, да, это почти что старое оформление доски, но я думаю, все счастливы. Надеюсь. Зато вот это... Зато у нас сегодня, вот, я объявляю спортивно-булочный фестиваль, так что вы выбираете булочку, называете вид спорта, которым вы хотите заниматься. Ну, если это не связано там, с чем-то очень серьезным, что сложно будет нарисовать. Я пишу, рисую вам булочку на стене, и вы у меня на стене. Это моя булочка, и я занимаюсь велосипедным спортом, потому что велосипедный спорт. Давайте мы включим музычку, чтобы было повеселее. Давайте начнем, пожалуйста, с этого. Вот, надо быть такая специфическая немножко музычка. Потому что это опенинг из Гинтама, господи. Я 90-й Гинтама. Действительно, да? Итак, у нас есть булочка Гин, булочка Кагура и Шинкачи. Ну что, панда, хочешь себе булочку? Давай, давай, выбирай себе булочку и выбирай вид спорта. Будем рисовать. Время выбирать булочки. Выбирайте ваши булки, господа. Потише? Хорошо. Вот. Вот так, по идее, нормально, да? Вот так вообще должно быть идеально. Давай, выбирай. Булочку я рисую сама. Раз у меня панда, то у меня будет чуть-чуть другой, наверное, булочка. Я не знаю, я подумаю. Вот. Давай, выбирай себе булочку, потому что надо идти играть. Вот. Отлично, заходим. Ждем. Баскетбол. Да без проблем. Тогда мы, пожалуй, начинаем наш процесс творчества. Так, только я не умею кольцо рисовать, но я посмотрю, я думаю, что-нибудь у нас получится. Знаешь, я не умею рисовать, но кого это волновало? Тем более мы же рисуем булочки. Да. Так, ты у нас будешь прыгающей булочкой. А раз у нас панда, значит, все будет еще лучше. Булочки панды, должны быть ушки черные. Так, и мячик. Так, его там надо как-то еще разукрашивать, да, по-моему? Надеюсь, что-нибудь у нас получится. Давайте сделаем вид, что это похоже на баскетбольный мяч. Так, и глазики, конечно же. Вот, булочка панда готова. Булочка панда занимает... Стоп, надо написать. Блон 007? Так. Баскетболист. Огонь! Нет, к сожалению, с чертежами у меня явно дело будет хуже, чем с булочками. Я уже, в общем, слишком часто булочкой рисую. Вот. Давайте мы тогда пойдем играть, иначе... Ну, мы пытаемся. Сейчас, секундочку, надо просто проверить. Так, погнали. Вот, тебя зато будет отлично видно, даже когда я на маленькой. А я велосипедист. Хи-хи-хи. Так.
Так, ну мы это уже видели все много раз. Давайте мы сейчас вырубим музыку ненадолго. Или может с классической? Нет, давайте со своей музыкой мы сегодня поиграем. Хотя, конечно, музыка здесь замечательная. Так. Одиночная игра. Загрузить компанию. Ну, короче, почти слив, но можно. Я думаю, это мой вчерашний сейвик, я его помню даже. Ох, какая песня. Давайте попробуем. Я не уверена, что мы сможем сейчас затащить эту игру, но почему бы и нет. Еще... А, да, песня у нас сама по себе громкая достаточно. Вот так. Да, я думаю, так будет нормально. Так, у нас видно чат, что у нас вообще происходит? Да, чат видно, сейчас надо только все это врубить. Нет, это не то, вот то. Привет! Понтифик 3-4-34-34. Блин, нам надо, короче, заменять поезда опять. И что, ты мне расскажешь, кто ты? Нет, ну в смысле, я понимаю, кто ты. Что, поучаствуешь в нашем спортивном булочном фестивале? Напоминаю, что в нашем спортивном булочном фестивале мы участвуем следующим образом. Мы выбираем себе булочку. То есть мы не выбираем себе булочку. Булочку рисую я вам. Ты выбираешь себе вид спорта, и я рисую булочку, где ты занимаешься таким же видом спорта, как ты написал. Вот. Вот мы правила, короче, так. Ну смотрите, мы пока выходим в плюс. В принципе, это хорошо. Значит, у нас еще есть шанс. Чуть-чуть. Смотрите, у нас стала финансовая ставка нормальная. Вот. Это значит, что мы выбрались, по крайней мере, из полной долговой жопы. Вообще тушится. О, панда! Костит меня. Спасибо, панда. Мне сейчас об этом напишут? Да. Спасибо, панда. Бодренько музычку. Или может включить рандуми? А что такое гавк? Фига себе. Ну и какой же вид спорта ты предпочитаешь? Если я спросить, выпуск не выгавка. Я уже почитала. Обалдеть. Ребята, у нас здесь люди, которые закончили физкультурные институты. Круто. Так что, какой вид спорта выбираете? Булочка. Понтифик. Что у нас происходит? О, инвесторы возмущены моей работой. Ребят, я не делаю ничего плохого, честное слово. Я знаю, что я почти угробила нашу компанию, но почти. Я могу купить все свои акции. Знаете, мне кажется, нам все-таки надо начать сначала, потому что... Что-то мне кажется, что мы не выберем сейчас из этой ямы. Смотрите-ка. Что-то катаются. Не, знаете, давайте мы попробуем начать новую игру. Что, мы не справились? Сволочь. Издевается над нами, короче. Ладно, давайте мы врубим родную музыку, потому что все-таки она здесь чуть больше подходит. Нет, про Восточный Экспресс мы уже слышали эту историю, уже, по-моему, 5 раз слышали. Так что, какой вид спорта для булочки вы выбираете, молодой человек? Так, настройки. Шпуска. О, да. Как же мы без этой музыки, ребята? Как мы без этой музыки? Чуть мне кажется, что название «Тормашка Индерстерс» приносит неудачу нашей группе. Так что давайте мы останемся в Великой Западной.
Где? Кое-что мы вкладывались. Давайте мы будем вкладываться в... А, нет, в науку и технику, да. Мы же модные. Ладно, ладно, я поняла. Тебе не нужна булочка. Тебе не нужна булочка. Вот ты какой, значит, да? Я, значит, хотела как лучше. Как лучше. Слушайте, я бы сделала вот эту опять линию, но в прошлый раз это закончилось очень плохо. Так что давайте мы сделаем линию Братислава Дьер. Хотя, если помните, у нас в прошлый раз компания на ней разорилась. Блин, я даже не знаю. Может, Будапешт Дьер? Давайте мы вот это посмотрим, да. Пекс. Что у нас есть? Сыр. Сыр у нас есть. Хлопок. Вот, можно перевозить хлопок. Здесь он чуть-чуть дороже. Но, честно говоря, не настолько, чтобы прям проводить железную дорогу. Вот, Дьер печь. Можно перевозить вот так товары, выгодно. Чик-чик-чик-чик-чик. Чё? Ничего. Нормально? Вот, можно мясо здесь. У нас много мяса. Мы можем его перевозить, потому что мясо нужно вообще в каждый дом. В каждый дом по мясу. Чу-чу-чу. Да не игнорирую я тебя. Послушай, послушай. Алло. Я с тобой разговариваю. Ты меня не слышишь? Мне что, не слышно? Даже с чего ты решил, что я тебя игнорирую? Я же тебе отвечаю, что раз тебе не нужна булочка... Это жалко. Потому что я хочу много булочек. Чтобы, короче, вся стена была в булочках. Короче, у меня закончится в эта доска, и я начну их рисовать на стене. Да, давайте мы сделаем линию Вена-Будапешт. Мне кажется, что эта линия будет очень... Ну... Относительно выгодная. Относительно не знаю чего, но... Так, 102. Вена. Есть. Сейчас как пустим по Вене. Так, в Братиславе у нас тоже небольшой город. Может даже сюда. Да, давайте мы сюда полустанок поставим, сэкономим очень много денег. Можно сразу тогда делать дорогу в Дьер, наверное, а потом в Будапешт. Да, мне кажется, что будет очень даже неплохо, если у нас денег хватит. Yes. 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 Ну, сделаем вид, что мы такие, типа так и задумывались, даже если мы сольем. Кого? Поезда в смысле? Кого, чувак? Что ты имеешь в виду? Стильный поезд, но при этом у нас не очень хорошо. Давайте мы все-таки вот это пустим. Почему я играла в них вчера ночью? А что не так? Блин, у нас не хватает денег на второй поезд. Не, все нормально, просто что... Немножко не поняла, в чем проблема. По-моему, проблемы-то нет. Нет, понимаешь, я играла сегодня... Ну, получается, сегодня уже ночью, да. Кстати, напоминаю, что теперь стримы у нас будут проходить исключительно до 12 ночи, исключая... Ух ты. Конечно, вы смотрите в будущее и верите в прогресс. Что необходимо улучшить в первую очередь в провозах по вашему заказу? Скорость или грузоподъемность? Наверное, скорость. Пусть это будет скорость, потому что у нас есть миссия. Ну, да. Она, может, и несложная, но тем не менее. У меня вечно не хватает денег. Ну, начнем с того, что нам, чтобы ее нормально пройти, нам нужно иметь порядка... 10 миллионов. Вроде не такая уж и мелочь, на самом деле. Ух ты! Быстрее поезда.
Миссия простая, я просто ее прохожу, по-моему, третий раз.